значение имени Тамира. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Эти люди не слишком общительны и стараются не проявлять своих чувств, хотя нужда в поддержке, любви и понимании. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Обладатели этого имени всегда беспокоятся о будущем и отличаются достаточной практичностью. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.